Здорово, шашечная братва! Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч, сыгранный на командном чемпионате мира среди девушек. Играли Анна Крапивина, Латвия, и Мария Крискевич, Россия. Ну, чем интересны женские шашки? Тем же, чем интересен и женский футбол своей непредсказуемостью. Конечно, многие шашечные и футбольные тренеры, посидевшие уже, как говорится, не согласятся со мной. Ну, а вы напишите свое мнение, друзья. Ну, давайте рассмотрим сами партии. Соперницам выпал следующий дебют. АБ4, HG5, GF4. Обязательные ходы. Ну, здесь наиболее интересное продолжение это BC5, как случилось во второй партии. А в первой партии черные, то есть Мария Крискевич, видимо, не зная, как тут играть, все-таки попыталась как-то попроще сыграть. Ну, здесь можно и GF6 сыграть, но она сыграла GF4. В принципе, за белых тут возможны B5, BC5, даже FG5 возможен ход. Так играл в свое время легенда русских шашек Василий Соков против мастера Буркова. Эта партия есть в курсе шашечных дебютов Виктора Литвиновича и Николая Негры. Но мы рассмотрим саму партию. B5, FE5. В принципе, все логично. CD4. Черные побили на G3. Белые побили. Все это встречалось много раз. Ну, в принципе, дальше партия могла продолжаться вот таким образом. Допустим, разменялись. BC3, GF6, CD4, HG7. Побили, разменялись. Ну и позиция известна по дебюту косяк. Там немножко по-другому уже. Шашка на H6. Но, в принципе, у черных тут не намного хуже. Так что позиция практически равная. В партии же Мария Крискевич предпочла почему-то ход GH6. Непонятный ход, зачем уводить шашку на борт. Белые тут же размениваются, черные предпочли одинарный размен. Белые стоят в центре, то есть у них единственная слабость это шашка 1. Но они постепенно будут развивать свой фланг. У черных, обратите внимание, уже две бортовых шашки, H4 и H6. Далее в партии последовало BC5. CD4, белые, естественно, развивают свой фланг, черные подтягивают свою отсталую шашку H8. Разменялись, BC3, GF6. Белые снова нападают на шашку C5, то есть грозят захватить весь центр. Тут уже у черных начинаются проблемы, как-то надо ходить куда-то, а куда ходить не совсем понятно. Ну и черные снова загоняют свою шашку на фланг. Теперь уже образовался вот такой пассивный треугольник. H4, G5 и H6. Позиция белых, конечно, отличная. Ни одной слабости не осталось. У черных вот за счет этих пассивных шашек позиция намного хуже. Как говорится, дави не хочу называется. Кто не спрятался, я не виноват. Ну и здесь, в принципе, белые могли сыграть АБ2. Затем BC3 или BA3, DC3, CD2. То есть постепенно развивать свой левый фланг, атаковать позицию черных. Особо тут, конечно, выбора у черных нет. Их позиция намного хуже. Но белые почему-то делают вот такой непонятный ход FE5. Что хотели белые, я так и не понял. Здесь, в принципе, был простой размен. Сразу же практически уравнивающий позицию EF6. И FG5. Вот такой двойной размен, шаблонный, часто встречается в игре. Ну и позиция практически равна. У черных только, так сказать, бортовая шашка на А5 остается слабая. Остальные все шашки более-менее играют. Вот таким разменом черные могли тут же уравнять позицию. Но черные сыграли FG7. Хорошо, белые играют АБ2. Черные меняются назад. Здесь, в принципе, можно было снова захватывать центр вот таким разменом. Черные не успевают. Допустим, ЕД6, ФЕ3, ФЕ7 и CD4. Ну и белые опять-таки стоят в центре. Позиция поприятнее. Так. Но белые сыграли ЕД4. Далее последовал ЕД6, БЦ3, ФЕ7. Ну и тут снова непонятный ход. Для меня GH2. Что хотели белые? Я так и не понял. GH2. Черные меняются назад.
cd4, ef6, так, ed6, dc3, de7, fe3, cb6. Ну, здесь, в принципе, можно было разменяться hg3 и побить вперед с хорошей позиции. То есть потом занимаем поле f4, продолжаем давление на позицию черных. Но белые почему-то, смотрю, вот разменялись назад. Так, fe3. А, fe3, ef6. Немножко не так. Вот hg3. А, вот здесь уже, да, здесь уже размен вперед, то есть не проходил. Потому что как раз черные сыграли бы d5. Да. Тут уже белые побили назад. И уже, обратите внимание, позиция черных уже поприятнее становится. Чуть-чуть, но поприятнее. cb6, cb2, b7. ef2, gh4. gh4, b3, fg5. Ну, в принципе, белые могли... Так, fg3... Так, fg3 уже здесь не проходил, да? То есть fg3 уже не проходило. То есть такой размен уже невозможен из-за b5, а b4, а b6. Ну и все, белым ходить некуда. Так что у них, по сути, единственный ход уже здесь. cb4. Ну, черным надо размениваться. Белые также размениваются. gh4. Ну и здесь белые могли тут же форсировать ничью. Сыграть ed4, bc5. И партия, конечно, бы закончилась ничьей тут же. Ну, белые почему-то сыграли ef4. Последовал ed4, b5, dc5. Надо жертвовать шашку уже. Идти в дамки. Черные также идут в дамки. bc7. Черные ставят дамку на c1. Ну, откидывать надо. Единственный ход. Ну и белые здесь поставили дамку на b8. Возникла позиция саргина. Так называемая. Причем обычно она возникает с шашкой g5. А здесь уже h4. То есть тут вообще оборона, в принципе, легчайшая. Белые предложили ничью, но черные, не сказав ни слова, сыграли c на e3 дамкой. Ну и здесь можно было, в принципе, и на c7 сыграть, и на d6. Но белые ошиблись. Почему-то сыграли на h2. И после хода дамкой черных на поле g1 выяснилось, что белые проиграли. То есть эта позиция уже проиграна. Допустим, белые сыграли на f4, черные напали, белые сыграли на d2. Ну и здесь черные точно сыграли, часто встречающаяся позиция, они пошли на поле e5. То есть в этой позиции очередь хода невыгодна, так называемый цугцванг. Если очередь хода белых, они проигрывают. Если очередь хода черных, то ничья. Здесь очередь хода белых. То есть в принципе, если белые уходят на c1, то черные ведут свою шашку h4 в дамке. Если белые, допустим, уходят на e1, черные играют на поле d4 дамкой, грозят поймать дамку белых. Ну и после того, как белые, допустим, отходят, кстати, сюда нельзя из-за того, что в петлю попадает дамка, то есть остается только играть сюда. Ну и черные пошли в дамки, допустим, напали, отошли, ну и все три единицы черных проходят в замки, затем черные строят треугольник Петрова и легко выигрывают. Рассчитав эти варианты, белые тут пошли на поле А5. Ну и черные тут же поймали их в петлю и выиграли эту партию. Какие ошибки допустили белых? Ну, во-первых, неточности допускали при давлении центром. Во-вторых, психологическую ошибку допустили в конце партии, то есть переоценили свою позицию, а в самом конце не нашли уравнивающий вот этот маневр. То есть вот в этой позиции, конечно же, надо было тут же уже форсировать ничью ed4 и bc5.
То есть несколько раз ошиблись белые. Черные, конечно, тоже играли довольно-таки пассивно, но в конце, так сказать, собрались и довели до победы вот эту партию. Особенно в конце, конечно, вот этот маневр дамкой. Да. Это точный ход. То есть после вот в этой позиции именно ход дамкой h2 на e5, только он выигрывает. Все остальные ходы ведут лишь к ничьей. Ну и вот, благодаря этому маневру Мария Крискевич все-таки одержала победу. Давайте рассмотрим вторую партию. Вторая партия, друзья, была еще интереснее. Аб4, hg5, gf4. Черные правильно играют bc5, идут на игру. То есть видно, что Анна Крапивина знает, как тут играть. Ну, обычно здесь играют cd4, но белые почему-то сыграли hg3. В том же курсе шашечных дебютов написано, что на hg3 лучше черным выходить fe5. Но на самом деле шашечная программа Тоша показывает, что лучше играть аб6. Именно так и пошла Анна Крапивина. Далее последовало gh4, b5. Но все равно белым придется сыграть cd4, но почему-то Мария Крискевич так не ходит. Она играет ef4. Черные, естественно, размениваются. То есть развивают свой сильный левый фланг, одновременно разбивают белым их правый фланг и играют hg7, просто выжидают. Далее последовав партии de3, gf6, ef2, cb6, fg3. Ну и здесь черные пошли dc5. Ну, рано или поздно белым придется размениваться. То есть у них, видите, проблема с шашкой 1. Шашка 1 вообще не играет, поэтому белые размениваются. ED6. Честно говоря, я бы, наверное, в этой позиции разменялся B5. Когда первый раз смотрел вот эту партию, наверное, B5 сыграл. Компьютер показывает вообще лучше играть B7. И если, допустим, белые играют как-то, допустим, GF4, то он разменивается вперед. Вот такой план. Но ED6 тоже, в принципе, неплохой ход. Далее последовало GF4, DE7, EF2. И черные разменялись назад. Неплохо играет Анна Крапивина. Ну и здесь белые сыграли AB2. Последовало CB6, BC3 и отличная реплика BA7. Именно BA7 лучший ход в этой позиции. То есть вроде бы непонятный ход, но на самом деле этот ход выжидательный. То есть белые вынуждены куда-то ходить, ну и по сути некуда ходить. То есть ED4 нету из-за DE5 банального, CD4 уже как-то плохо. То есть черные могут разменяться вот таким образом, ну и после FG3 уже разменяются вперед, ну и выигрывают эту позицию легко. То есть, ну и плюс черные создали упорчик на поле А7, то есть если CD4, можно даже вот так будет попробовать разменяться, ну в некоторых вариантах. Белые играют FG3, пытаются как-то тоже выждать, но уже вот это выжидание не проходит. Так, B5, FG5, ну и вот здесь Анна Крапивина допустила решающую ошибку, единственную ошибку в партии, но решающую. Вместо выигрывающего хода DC5 она сделала шаблонный ход AB6, ну и после естественного хода GF4 выяснилось, что позиция белых уже стала нисколько не хуже, потому что на BC5 или DC5 белые размениваются ED4, а если FE5, ну, можно просто сыграть, допустим, также ED4 и затем разменяться назад. В принципе, позиция уже нисколько не хуже. А вот после DC5 был выигрыш. Ну, давайте сперва рассмотрим партию, как все-таки в партии было. AB6. GF4. И черные здесь пошли BC5. Белые, естественно, разменялись назад. Далее последовало DC5, DE3, FE5. Белые снова размениваются назад. Ну и здесь уже позиция у черных хуже. Надо все-таки форсировать ничью. Анна Крапивина пожертвовала шашку и сыграла CD4. В принципе,
позиция после вот этого маневра быстро уравнивается. Последовало АБ6, ДЦ3, БА7, ЦБ2. Белые поставили дамку. Черные поставили дамку. Ну и партия быстро завершилась. Ничего тут, в принципе, никаких идей на выигрыш ни у одной из сторон нет. А вот все-таки хочу вам показать выигрыш, как могла выиграть Анна Крапивина. То есть в этой позиции надо было играть именно ДЦ5. В чем суть этого хода? Ну, если СД4, мы просто играем АБ4. Ну и потом просто проходим в дамки, легко выигрываем. Если, допустим, ЖФ4, мы играем ЦБ4. Ну, если белые закрываются, мы жертвуем шашку и размениваемся на поле С3. Ну, обратите внимание, у белых лишняя шашка, но позиция проигранная. То есть, допустим, так отдали. Ну и все, тут с лишней шашкой уже черные оказываются, легко побеждают. То есть, так играть нельзя. Получается, а как играть? Если играть, допустим, Е4, попытаться таким образом сыграть, то после ЖФ4 и ЦБ4 еще возможен ход СД4. Тут тогда черные снова жертвуют шашку и играют АБ4. Как говорится, простенько, но со вкусом. Если, допустим, белые играют ЕД4, ну мы просто заходим в любки, проходим в дамки и легко выигрываем. То есть такого хода нет. Остается единственный ход Е4. Так сказать, сильнейшее сопротивление. Тогда мы играем ЦБ4. Белые закрываются СД2. Ну, хочется отдать шашку. Ну и разменяться. Вот что-то подобное мы уже видели только что. Но на самом деле тут есть шансы за белых на ничью после вот такого маневра. Поэтому лучше всего, конечно же, не отдавать шашку, а подождать ходом АБ6. Белые вынуждены размениваться. Ну, мы играем либо БЦ5, либо АБ4. Тут без разницы. Ну, допустим, БЦ5. Белым надо жертвовать шашку. Прорываться по флангу. Мы играем СД4. Ну, и обратите внимание, если белые идут в эту сторону, мы играем сюда. Ставят дамку. Мы также ставим дамку. Ну, и следующим ходом дамка белых ловится, гибнет. То есть сюда идти нельзя. А если, допустим, белые жертвуют еще одну шашку, ну мы спокойненько проводим еще одну дамку. Затем переведем ее на поле H8. И вот эти вот, вот эту шашку проведем в дамке. Затем потом вот эту вот шашку проведем в дамке. Ну и легко выиграем это окончание. Вот такая победа была у Анны Крапивиной. Честно говоря, друзья, у меня вот этот микроматч оставил впечатление, что все-таки Анна Крапивина играет намного сильнее своей соперницы, несмотря на то, что она потерпела обидное поражение. То есть в первой партии получила отличную позицию, но в итоге не смогла распорядиться выгодами этой позиции, а в конце даже обидно ошиблась и потерпела поражение. Во второй партии также могла победить, но также один ход допустила, необдуманный сделала, и тут же, как говорится, позиция стала ее хуже. Из выигрышной превратилась в чуть худшую позицию. Хочется пожелать Анне все-таки заниматься шашками, сильно не расстраиваться. Я видел ее выражение лица, когда она проиграла вот этот микроматч. Тренер, видимо, ее подошел, сказал тоже, что ж ты так из выигранной позиции в итоге ничью подарила сопернице. Надо заниматься шашками и самое главное не торопиться. То есть шашки, русские шашки, это очень точная игра. Каждый ход здесь на вес золота. Надо продумывать каждый ход. Ну и самое главное, конечно, это, как говорится, не расстраиваться сильно. Я как-то помню, тоже в одном турнире очень плохо выступил на первенстве России среди юношей. По-моему, минус 3 сыграл. В одной из партий даже с лишней шашкой проиграл. То есть у меня была лишняя шашка, но соперник в итоге провел комбинацию и выиграл даже меня. Я после этого хотел забросить вообще шашки.
по-моему, месяц или два не занимался, но все-таки потом понял, что шашки – это неизлечимая болезнь, и пришлось заниматься и дальше. Так что, друзья, занимайтесь шашками, как говорится, кайфуйте, если выигрываете, сильно не расстраивайтесь, если проигрываете. У карточных шулеров есть такое выражение «проиграл и забыл». Но то же самое надо делать и в шашках, то есть горечь поражения надо тут же забывать. Надо разбирать обязательно партию, анализировать, где вы допустили свои ошибки, чтобы впредь такие ошибки больше не допускать. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, или дизлайки, если не понравилось, ваше право. Пишите ваши вопросы, отвечу на все вопросы. До свидания.